Доброго дня всем. Сегодня 20 какое там уже 8 февраля. Я на Майдане. Ну, лагерь как стоял, так и стоит. Никуда не делся. Сегодня кто у нас там? Я смотрю, что Полтава и Винница сегодня на дежурстве. Вот. Ну, все как всегда. Человек, может, я не знаю. Сейчас покажу, может, 50-100 где-то так. Все как всегда. Ну, тут что-то будет, я так понимаю, только к Новому году. А сейчас все в таком режиме. Более в текущем, дежурном. Доброе утро. Вот. Ну, все как всегда. Вот, смотрите. Комната на месте. Если это можно назвать комнатой для питания, когда это все под открытым небом. Речь немножко сегодня о другом. Я тут немножко проспал, пока мы ходили, оказывается, к 95-му кварталу. Они очень хорошо, в кавычках, пошутили про ФОПов. Вот. Ну, им весело, видимо, что люди стоят, и люди мерзнут на улице под снегом и дождем, пока они кварталовцы, дома на мягких кроватях. Очень сладко им спится, видимо, за счет ФОПов. Вот, ну что тут можно сказать? Учитывая их предыдущие шутки о эбонитовых палочках, то я так думаю, что недолго осталось времени, когда мы услышим от этих 95-х кварталовцев шутку, например, о голодоморе украинцев. То, что как раз в их духе. Или, например, шутку, не знаю, там, о Бабьем Яру. Ну, как-то так, они у нас парни веселые. Я думаю, что уже недолго осталось до того времени, когда они нам отмочат что-нибудь в этом духе. Вот, а вообще, конечно, я не знаю, кто ходит на представление этих шлеперов. И они даже не комики, это просто какой-то... Одним словом, трэш. Есть такое хорошее английское слово. Трэш, мусор. Так вот, вот они — это трэш. Реальный трэш. И я не знаю, кто вообще ходит к ним. Ну ладно, то на совести тех, кто к ним ходит. Вот. А пока что я еще раз повторюсь. 28 декабря. Лагерь ФОПов. Тут все спокойно, все нормально. Вот посмотрите, сейчас еще раз все это дело показываю. Народ стоит, тут даже полиция стоит. Ну, в общем, никто никого не трогает. Все более-менее спокойно и нормально. Вот такое. До встречи.